Доброе утро всем. Это я стою на остановке, и вот тут объявление повесили. Кот в нашей зоне пропал, черный такой. И вот объявление. Это у нас наша карта города, а это у нас, короче, повесили. У кого есть депрессия, помогают, значит так, нервозы, нервные и апатия, и все такое. И звоните на этот телефон, и приходите на эту площадь, и вам помогут. Помогут. Значит так. Надеюсь, что помогут. Привет всем. Так, я сегодня еду не на своем Феррари, а на автобусе, потому что у нас сегодня дожди передавали. Я взяла с собой зонт. Я еду снова в одну клинику к отоларингологу, чтобы она проверила. О, автобус едет. Вот так вот тут люди работают в Италии. Она мне назначила на сегодня. Это докторша. Prego. Aspetti, dovevi aspettarci pure. Non riesco. Grazie. No, la sciocura è troppo brutta. Короче, назначила она мне на сегодня. Я пришла и поцеловала дверь. Ее нет. Я спросила медсестру. В общем, она ей позвонила. Она говорит, она перепутала день. И, короче, она должна не сегодня прийти, а через неделю. Перепутала день. Я приехала, через полгорода ездила сюда. Только время потеряла. Хорошо, хоть дождя нет. Я сейчас пойду в расстроенных чувствах. Пойду по шопингу. Может быть, немножко посмотрю. Может быть, что-то куплю. Потом домой чебуреки наделаю. Мне и Никите. Так, все, иду по магазинам. Я сейчас как раз прохожу мимо нашего ЖД вокзала, вот там вот, после этой площади, внизу, вот то большое длинное здание, это ЖД вокзал. И здесь, кстати, вот такой вот пятачок, где сталкиваются, перекрестываются все наши автобусы. Здесь люди пересаживаются. Тут, наверное, четыре остановки на этой площади, четыре остановки автобусных, в общем, они тут пересаживаются все. И вот там вот внизу на ЖД вокзал. А я налево. Снова прохожу через эту площадь, которую вы уже прекрасно все многие видели. Вот там наш этот самый главный собор виднеется, купол. Сейчас я на перекрестке и зайду вон в тот магазин двухэтажный OBC. Погуляю там. У нас китайская парикмахерская, где я всегда Никиту стригу. Молодцы мальчики, очень хорошо стригут. И кстати, недорого. Вот видите, всего 8 евро. А мы платим 6 евро, потому что мы без мытья. Так, ну я жду автобус и еду домой чебуреки делать. Так, ну вот я уже дома, я уже приехала и уже делаю себе чебуреки, потому что я голодная. Я Никиту обычно не жду на обед, кушаю сама, а он приезжает и кушает он. А он уже кушает в 2 часа. И 2 часа, 2 часа, 2 часа. Сделала себе два чебуречка. Какая вкуснятина. Сейчас они немножко подостынут и буду кушать. И сразу сделала фарш для котлеток. Я вечером делаю котлетки. Я уже добавила сюда и лук, и чеснока нет. Посолила, поперчила, лук добавила. Я яйцо добавила замоченный в молочке хлебушек. Я сейчас сюда добавлю пармезан. Вот я сейчас натерла его. Такие вот котлетки я делаю обычно для моих итальянцев, потому что они наши, простые котлетки не сильно любят, не понимают. Им надо пармезан, чтобы они чувствовали вкус Италии, елки-палки. Вот, сейчас я перекручу снова. Вот мои котлетки на вечер. Вот еще картошечка, не знаю, пожарили пюре, я посмотрю. И, кстати, чебуреки, как видели, я тесто делаю в моей новой хлебопечке. Очень, кстати, классно. Вот 15 минут и готовое тесто для чебуреков. И все такое. Тут даже можно делать дрожжевое тесто. Это для Татьяны из Болгарии. Она не знает, покупать хлебопечку или нет, но я знаю, очень хорошее она делает тесто. Вот есть для теста разные виды теста. Можно торт делать, можно мармелад делать. Вот, и все такое. Вот такая вот хлебопечка у нас красивенькая. Вот. И, ну что, остыли? Нет? Я кушать хочу. А это я Никите приготовила вот то самое тесто и фарш в холодильнике. Когда Никита придет, я ему горяченькие сделаю, свеженькие чебуречки.